Друзья, рад, что вы зашли сегодня ко мне на канал. Надеюсь, вам понравится видео. В сегодняшнем видео мы продолжаем работу над деталью, которую клиент передал нам с просьбой подготовить эту деталь. Для изготовления методом отливки из алюминия. А в предыдущем видео мы уже исправили часть детали, геометрию. Я буду продолжать делать коротенькие видео, чтобы видео были не слишком тяжелые и не надоедали. Итак, сегодняшняя наша геометрия, на которой мы будем работать, это вот эта поверхность. Как видите, она тоже обработана механически. И нам нужно будет вернуть первоначальную геометрию. Как и в предыдущий раз, будем работать с функциями поверхностей. Для того, чтобы вернуть данную геометрию в первоначальное положение, создадим новое поверхностное тело на оригинальной поверхности. Для этого создаем эскиз, который будет больше той поверхности, на которой мы будем работать. Идем в Surfaces, Planar Surfaces. В данном этапе она нам не нужна, можем скрыть. Также скопируем поверхности филета, которые будут пересекаться впоследствии с поверхностью, которую мы создали. Используем все филеты, которые затронуты обработкой. И можно убрать поверхностное тело. То, что мы делаем здесь, также в опции Surfaces, выбираем опцию Untrim. И после этого делаем Extend Surfaces. Не всегда превью показывает в точности то, что мы получим. Но мы знаем это. И продолжаем. Вернем предыдущую поверхность, которую мы создали. И так же, как и в предыдущий раз, сделаем trim. Также mutual. Выбираем поверхности, которые мы хотим обрезать. В этот раз давайте сделаем remove selection. И мы хотим удалить наружные детали. Давайте вернем объемное тело и посмотрим, что у нас получилось. Как видите, у нас не остался здесь небольшой кусочек, который мы не захватили, когда делали Extend Surface. Поэтому давайте вернемся функцию extend и выберем этот край тоже. И вернувшись сюда, видим то, что наше поверхностное тело как раз покрывает всю геометрию, которая нам нужна.
Единственное, вот здесь кусочек можно вырезать. Для этого мы, давайте, перед тем, как вырезать, давайте проверим, какой у нас здесь филет. Для этого идем в Evaluate, Curvature. Наводим мышкой. Мы видим, то, что радиус у нас 1.2 мм. Для того, чтобы удалить этот кусочек, создаем эскиз на поверхности. Который выходит за территорию поверхности. Теперь можно сделать, например, split line. И удалить кусок поверхности. Surfaces, delete face, delete. Fillet 1.2 мм. Что-то у нас здесь не сработало. То, что не сработало. Вот, не захватился кусочек. Вернем наше объемное тело. Как и в предыдущий раз. Утолщаем наше поверхностное тело. Также соединяем два тела одновременно в одно целое. И давайте посмотрим, осталась ли у нас пустота внутри. В данном случае пустоты не осталось. Поэтому никаких добавочных манипуляций нам не нужно делать. Итак, мы вернули очередную геометрию в изначальный ее вид. Она также может быть вылита из алюминия, как и предыдущая наша геометрия. Сохраняем. И на этом мы закончим это видео. И продолжение работы над этой деталью будет в следующем видео. Так что увидимся с вами в следующий раз.